слушатели, ну это, конечно, подошел тот момент, который я вам обещал продемонстрировать, по поводу спасательного жилета, как он себя ведет на именно воде. Сейчас я наконец-то выехал в отпуск в Черном море, нахожусь я между Кагрой и Пицунде. Ну вот, вот еще раз, обратите внимание, здесь пояс. Вот. Я сейчас при вас покажу, как его правильно одевать, чтобы вы садились, не порвали еще что-то, потому что некоторые руты потом они могут предъявить претензии саду Алиэкспресс, хозяину, так сказать. Обратите внимание, открываем обычно как экспрессор, да? Вот закрываем и все. Так, что же хотел сказать? Я, честно, помню точно таблицы вес, но мой вес где-то 82 килограмма, 81-82. Вот сейчас я буду потом распускаться. Здесь, в принципе, грубо говоря, 5-10, уже глубина в ушибу метров 2,5-3. А рост у меня 1,76 м. Все. Наблюдайте, смотрите. Гарантирую, в нем я не утонул.